Тихинском медицинском колледже состоялся конкурс профессионального мастерства под названием «Лучший фельдшер». В жюри – преподаватели, врачи с большим стажем работы. Участники конкурса – лучшие студенты отделения «Лечебное дело». Пока соперники выполняли задания, зрители боролись за звание самого активного болельщика. В 1964 году Николай Лукич Белешов после окончания института по распределению приехал в Тихвин работать хирургом. Он говорит, что хорошо помнит годы своей учебы и своего первого пациента. Я великолепно помню всех своих пациентов, и первого пациента, и первую свою операцию, аппендэктомию молодого парня, который я спас. Мне было очень тревожно и как-то боязненно. Это все-таки первая операция. Операция есть операция. Но провел ее великолепно, все нормально, значит, обошлось. И я помню хорошо этого парня, молодого человека, которого я спас, можно сказать, от смерти, потому что у него был флегмонозно-гангренозный тяжелый аппендицит с явлением перитонита. Слова о том, что медицина самая благородная из всех искусств, принадлежат Гиппократу. Врачу важно не только оценить состояние больного, правильно расспросить его о заболевании, но и определить, нуждается ли он в экстренном хирургическом вмешательстве. И я думаю, что многие пациенты Тихвина, наверное, благодарны мне за мою оказанную помощь при тех или иных травматических повреждениях и хирургических заболеваниях. Потому что я сейчас встречаю многих своих бывших пациентов, и они меня помнят, хотя уже много лет прошло, и мне уже много лет, 77 лет, но они вспоминают и говорят: «Доктор, спасибо». Это самое великое счастье, когда тебя встречают и говорят: «Доктор, спасибо, мы вас помним». Студенты Тихвинского медицинского колледжа перенимают опыт старшего поколения. Педагоги говорят, что участники конкурса профессионального мастерства обладают теми чертами характера, которые присущи медицинским работникам. Группа дружная в настоящий момент, активная, откликаются на помощь, как и должны, в принципе, быть медицинские работники. У нас было собеседование по трудоустройству, где все студенты определились с выбором своей профессии, естественно, по специальности. Очень многие хотят работать на скорой помощи, а туда берут самых ответственных, самых дисциплинированных. То есть вот большой спрос на скорую помощь. Доктор, доктор, что со мной? Нет уже терпения. Опишите мне, больной, ваши ощущения. Расскажите, что болит? Грудь на части рвется, сердце то вот так стучит, но вообще не бьется. Встать не мог 4 дня. Каждое движение вызывало у меня головокружение.